Уникальный эксперимент телеканала «Беларусь-2». Каждую неделю герои нашего проекта бросают вызов судьбе. А определять, кому и какое задание достанется, будет игра «Камень, ножницы, бумага». Раз, два, три. Все, ничего. Слушай, я сейчас рожу. Кстати, вы не могли бы мне дать позвонить? Вот, помогу. Ой, спасибо. Как часто женщинам мужчины в общественном транспорте уступают местом? А если женщина беременна? А если просто красивая? А если с тяжелыми сумками и ей вдобавок стало плохо? Давайте сделаем тест на отзывчивость. Красотка против беременной женщины. Сейчас в этой студии появятся две Кати. Блондинка Катя, многодетная мама. Она хорошо помнит, как относятся к беременным женщинам. В общественном транспорте мужчины стараются не замечать живот, и место уступают только женщины, сочувственно улыбаясь. Брюнетка Катя уверена, красота может открыть любые двери. Где бы она ни появлялась, к ней тут же бегут наперегонки мужчины, чтобы открыть перед ней двери, подать руку и, боже упаси, когда-нибудь носить что-то тяжелее дамской сумочки или маленькой собачки. Привет, Катя и Катя. Привет, Вика. Привет, Вика и Вика. Расскажите, как давно вам предлагали помощь? Например, уступали место в общественном транспорте или подносили тяжелые сумки? Если честно, мне не уступали, наверное, уже лет 6. Ровно с того времени, когда я вынашивала свою младшую дочку. А тебе, Катя? А мне вообще не уступает никто место. А это вы считаете каким-то образом вас ущемляет, это там, не знаю, пример сексизма, и вы все можете сами? Я думаю, это комплимент. Вы молодые еще, ну так стойте. А мне было бы приятно, если бы мне уступали бы место мужчины. Я приготовила для вас задание и скажу сразу, что кто-то из вас будет играть роль красотки, а кто-то беременная женщина. Так что давайте сыграем в камень, ножницы, бумага. Я хочу быть красоткой! А я беременной женщиной. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Я первая тяну, получается. Ну получается, да, что да. Сейчас точно на красотку вытяну. Сто пудов. Поздравляю! Да. Вы красотка. Да я сначала. Давай. Поздравляю, вы беременны. Вам предстоит провести тест на отзывчивость. Вы красотка. Я красотка. Все бегут и падают к вашим ногам, чтобы помочь. Проверьте это на практике. Ну что, реквизит ждет, тяжелые сумки в руки и идите делать тест на отзывчивость. Задание, конечно, да. Ну смотри, давай. Нам нужно войти в образ. Обрести этот вид такой глубоко беременной девушки мне было достаточно просто. Ты думаешь, вот это вот заменит мне ребеночка? Давай попробуем, я помогу. Я примеряла разные варианты. Подушки вообще не вариант. О, даже пуговка расходится. Надо вот еще вот с двух сторон. Ну, месяц восьмой. О, поверх, все. А если оп, все, ничего. Слушай, я сейчас рожу. А я стою, такая вся красивая, волосы эти кудрявые, в шубе. Так, давай превращайся в красотку. Я что так, ты себе думаешь? Я и так красотка. Надо посмотреть. У меня тут, о, детские коньки, две пары, видишь? У меня тут гантели. Ну, то есть это та сумка, с которой я, собственно, и хожу на тренировку с детьми. А мне тоже вот этот прогиб характерный в спине должен у меня быть. И почему-то никому не было дела до вот этой вот бедной, несчастной, беременной женщины, которая тащит эти коньки в сумке. Ой. И я хожу туда-сюда и понимаю, что на меня вообще никто внимания не обращает. Я говорю, давайте возьмем. Поехали на автобус. Через минут 15 нашего эксперимента вдруг меня окликнул молодой парень. Я думаю, ну,
Блин, наконец-то! В Индии я не была, но я тоже развиваюсь, вот видите, в роддом иду. Да. А он мне начал говорить о моей душе, о том, что я должна родить человека, который будет лучше нас, который будет совершеннее. То есть он видел, что я беременна, видел, что я стою с сумками. И говорит, ну для этого вы должны купить у меня книгу. А вот счастья у многих людей не хватает, удовлетворения жизни. Ясно, но вы мне можете только йогой помочь, да? Это, ну, как бы, ну, есть классные рецептики вегетарианские, тоже классно. Потому что мы есть то, что мы едим, это все мудрецы. Ясно. Потом прохожу опять мимо каких-то, мимо людей, которые стоят уже на остановке. Тоже никто не обращает внимания. Прошел молодой человек, который сзади как-то подхватил у меня эти сумки. Говорит, девушка, ну что ж вы, ну вам же нельзя столько носить. Давайте помогу. Ой, спасибо. Я вот туда. Ой, спасибо большое. Вы лучше подойдете, какие родители. Ну вот, Вадим, нормальный мужик. Пошел даже не туда, куда ему надо. Ему было не по пути. Но он помог. Потом мы с оператором спускаемся вниз. Думаю, ну хоть кто-нибудь, может, там поможет. И тут на горизонте появилась бабушка. Лет... Ну, я бы сказала, 65-70. Вам неплохо? Ну, немножко голова кружится. Может, подойдем? Идемте, подойдем, сядете. Она у меня тоже забрала, еще пристыдила, говорит, ну, дорогая моя, ну, как же ты можешь? Ну, подумай же, о себе не думаешь, о ребенке подумай. Ну... О, спасибо, спасибо вам. В общем, она меня посадила на остановку, все разузнала, где я, кто я. Где я живу, почему я одна, почему я с сумками. То есть она меня вот допросила на этой остановке. Я думаю, только бы она не вызвала скорую помощь. Я уже стала проходить мимо каких-то определенных людей. Уже такая прохожу. Ох. Давайте, я вас доведу. Нет, нет, нет. А у нее, оказывается, при этом еще больная рука. Она идет с процедур, с поликлиники, и при этом она готова тянуть за меня эту сумку. Сюда. Просто неудобно вас. Ну, вы глупость. Ничего. Да, может быть, найдется старенькая бабушка, которая вам поможет. Но лучше не допускать этого. Я больше с сумками большими не пойду одна. Катерина, никто тебе не помог. Никто, кроме тебя. Вот, а потом мужчина, один какой-то, наш оператор это не успел заснять, смотрит на меня какой-то молодой человек и говорит, девушка, может вам помочь? Раз, два, три. Все, ничего. Слушай, я сейчас рожу. Давайте помогу. Ой, спасибо. Ну что, беременная Катя вызвала жалость только у одного мужчины и одной больной бабушки. Ну а теперь о красотке Кати. На свою красоте еще она смогла привлечь только одного мужчину. Так что не родись красивой, а роди красиво. 1-0 в пользу беременной Катерины. Ну а теперь задание посложнее. Одно, когда тебя никто не просит поднести сумки, а вот если заглядывают в глаза и просят позвонить, потому что, мол, рожаю, мужа надо вызвать или телефон украли. Давайте посмотрим. Это же надо войти в этот образ, в плане того, что что-то случилось. Я представила, как будто у меня его украли. Прям таким самым ужасным образом. Молодой человек, здравствуйте, вы не могли бы мне дать позвонить? Пожалуйста. Но телефон сел. Но это бывает, это с каждым бывает, у меня это раз в неделю точно происходит. Я не знаю, я забыла дома все телефоны. А, денег нету на телефоне, ладно, спасибо. Я просто наткнулась на какую-то стену непонимания. Извините, пожалуйста, а вы не могли бы мне дать телефон позвонить? Я нет, нету. Я не дам, я боюсь. Я никому не даю телефон. Вы можете у меня его украсть.
Нет, я так с удовольствием. Мы просто, знаете, как люди сейчас непонятные. Так, ну, какой да. у вас? Она такая говорит, ну, говорите номер. Я, получается, сказала ей номер. Катя держала мой телефон. Я сейчас вам дам телефон. Потом... Алло? Потом она у меня долго просила прощения, извините, что я так, но вы же понимаете, разные люди бывают. Я подумала, что мне сперли. Все, спасибо вам большое. Просто все нормально, я всегда рада помочь, но... Все, спасибо большое. Может, у вас телефон есть, позвонить? На лайк? Ой, а мне на велком. Женщина, извините, пожалуйста, вы не могли бы мне дать позвонить? Мне нет. Были еще люди, которые, когда я просила телефон, ой, нет, у меня нету, я бегу, я телефон с собой не ношу. Может, у вас телефон есть, позвонить? Денег нет. Денег нет. Ни у кого нет на телефонах денег. Ну что такое? Бедные люди. Может, им денег дать на телефон положить, а? То есть народ останавливался, выслушивал, то говорит, не, забыл дома. У меня нет денег на телефоне. Можно от вас позвонить? Девушка, у меня есть телефон, но нет, у меня денег на телефон. А. У меня такая ситуация. Забыла свой телефон дома, а что-то мне плохо стало. Нет, нет. Да. Женщина, а можно у вас попросить позвонить? Ой, я тороплюсь, девушка. Молодой человек, извините, пожалуйста, может, вы дадите мне позвонить? А один мужчина, ну это вот в самое сердце. Он шел с телефона, там что-то щелкал. Телефон дома забыла. Вот я не знаю, что мне делать. Пойди на почту. Я не дам свой телефон. То есть чего люди боятся, я не понимаю. Что, можно вас попросить телефон позвонить? Я с Вилком. Вилком. А у меня история, я не думаю, что красота тут сработала. Может быть, какое-то, я как-то воздействовала прям, дайте, пожалуйста, я вас умоляю. Ну, я просила, я вынуждена была попросить. Да, все, спасибо большое, спасибо. Молодой человек, извините, пожалуйста, мне нужно вот позвонить буквально на одну минуту. Не взял телефон. Ох. Но ко мне вот как-то отнеслись так очень настороженно и очень недоверчиво. Мне нужно позвонить мужу, что-то мне плохо, совсем плохо. Наверное, они боялись, что я ухвачу их телефон и подхвачу свой живот и побегу. Извините, пожалуйста, вы не могли бы мне дать позвонить? Могу. Дайте, пожалуйста. Один мужчина вообще так вошел в мое положение, я прям так его как-то зацепила. Разговаривайте неограниченно, только не волнуйтесь. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Ну, на самом деле, у людей, которые отозвались на помощь, было, ну, у меня достаточно много. Хорошо, спасибо вам большое. Всего пожалуйста, хорошего. Нет, спасибо. До свидания. Спасибо. Вывод я сделала, что, да, могут помочь люди, если вдруг забудешь телефон. У вас тоже нет телефона? Ладно, буду искать. В конце эксперимента вот одна единственная женщина средних лет... Деться. А куда вам позвонить надо? Мужу позвонить, на велком. Давайте я позвоню. У вас есть? Выслушав меня, посмотрев на мой живот, говорит, а куда вам позвонить? Ну, давайте я наберу ваш номер. Ой, передай это моему, что я забыла все телефоны дома, я не знаю, как мне выбраться. Каменная горка. Она набрала мой номер, номер моего телефона, который был у Кати. Ну, спасибо, спасибо. Второй вот итог моего эксперимента – не выходите без телефона. Сочувствующих красотки Кати оказалось гораздо больше, чем у беременной Катерины, которой нужно срочно позвонить мужу, потому что, мол, рожаю, плохо мне. Непонятно, красота здесь победила 1-1. Ну а теперь перейдем к пресловутому «уступите даме место». Метро, две Кати, одна беременная, другая просто красивая. Посмотрим, кому быстрее уступят место. Беременный транспорт, в моем понимании, это все, ну, должно было быть благополучно, положительно. Как только вот подходишь к человеку, поворачиваешься так чуть-чуть животиком, и он сразу встает и тебе сразу уступает.
Но если не подходишь, вот остаешься там стоять в конце, вот где двери в вагонах, будут смотреть, будут так как-то делать вид, что не замечают. Это было вообще. Кате уступали все места. Мне не уступал места никто. Даже некоторые мужчины, если вот мы так станем, держимся за эти поручни, они смотрят на ее живот, на нее, на ее живот, на меня, и не понимают, что делать, и потом только там спустя минуту они встают и уступают ей место. Даже один раз чуть бы не упала. И я решила, что я должна немножко схитрить. Я говорю, ребята, вы извините меня, конечно, но я немножко буду красивой и кульгавой. Тактика была такая, я захожу, и я не должна стоять, я должна как будто пройти в середину. И вот тогда мне уступила место одна женщина. Пассажиры, коли вы нашли на станции границы у техника Хайдрополитена, а сама села, думаю, Катька, ну какая же ты обманщица, какой ужас. За что ты так? Может, ей плохо, может, она там на работу едет. Получается, что красивая, это еще ничего не значит. Я стояла, я прям вот прям возле мужчин я становилась, стояла такая. Вот, и нет ничего. Ну вот так, так, такое вот. И даже больше скажу, уступают больше девушки. Наверное, из чувства солидарности. Я помню несколько раз на ранних сроках моей вот беременности, когда только вот обозначился там чуть-чуть животик, девушки уступали. Мужчины, возможно, не видели этого. Никто! Какой парень симпатичный пошел. Раз, два, три. Молодой человек, здравствуйте, вы не могли бы мне дать позвонить? Пожалуйста. Красоткам место вообще никто не уступает, а вот беременным почти всем. А если подойти вплотную, да еще выставить живот, то вообще все. 2-1 в пользу беременной Катерины. Ну а теперь еще один тест на чуткость. Да, мы очень долго носили тяжелые сумки, стояли в метро, и им обеим стало плохо. Посмотрим, как отреагируют прохожие. В качестве точки для своего вот эксперимента мы выбрали супермаркет. Работали точечно, так. То есть было рассчитано на конкретного вот человека, на реакцию конкретных людей. Сразу увидели женщину, которая в одном отделе была одна, там продавали газеты, журналы, и она очень как-то так внимательно листала, перелистывала, хотя женщина, ну, средних лет, не сказать, что там совсем молоденькая. Ой. Я перед ней стала вот ломать комедию, там, и она только так поглядывала свысока, так что меня это не касается. И продолжала листать свой журнал. Поскольку я не беременная, как мне может быть плохо? Никак.
Я купила себе морковно-яблочный фреш. Но обычно всегда, когда люди давятся, что им делают? Хлопают по спине. Я думаю, вот мне подбегут и тоже похлопают. И на меня смотрят и вообще не понимают, что со мной происходит. И я понимаю, что это вообще не работает. Ну, никто не подошел, ой, девушка, может, вас там похлопать по спине или... А что с вами случилось? Хотя вот, у меня пример был, я держала стаканчик с соком. А если я поперхнусь, меня никто не спасет в этой жизни. Ну, я оператору говорю, ты оставайся здесь, чтобы они не видели. Мы сейчас вот этих мужчин проверим, так сказать, ну, на сострадательность. Я начинаю опять же падать, хвататься за вот эту вот вешалку. Как-то мне так совсем нехорошо. Это у меня бывает. Спасибо большое. И они реагируют и бегом, просто мгновенно. Они меня подхватывают под обе руки. По-моему, здесь нету... Нету где сидеть. Я так уже... Давайте, подходите. Сейчас за мной уже приедут. Там продавали табуретки. Ну, отдел, где какие-то вот такие товары. Они эти табуреточки, значит, поставили. Все, девушка, без разговоров. Садимся, дышим. Надо куда подвезти? Мы сейчас подвезем. Это там стулья. Ух! О, как-то... Да, кстати, что очень такой мягкий, да, можно спать. Вот. Моя проблема, она вообще никого не касается, она никого даже не трогает. Я решила выйти на улицу и сделать вид, как будто все, у меня синева под глазами, мне плохо, все в каком-то тумане, и я вот так вот стала идти к метро. Да, люди стали обращать внимание, какая-то женщина подошла ко мне, спросила, ой, а что с вами? Я говорю, ой, что-то мне так плохо, но надо мне, мне нужна стена, мне нужно облокотиться. И вот она меня довела, ну вот я облокотилась. Ой, точно не надо? Да, нет, все, спасибо. И потом еще, по-моему, еще какая-то девушка обратила на меня внимание. А мужчины нет, знаете, как-то очень не было такого, чтобы какой-то мужчина подошел. Ой. Бабушка стояла она с большой корзинкой, там даже какие-то товары лежали, то есть она успела уже походить по магазину, и я вдруг стала хвататься за ее корзинку. У бабушки реакция была, ну просто: девушка, пойдемте, вам плохо. Пойдемте, я вас помогу, секундочку, пойдемте, я еще ничего не покупала, так что давайте. Ой, вам неудобно, может? Ничего страшного, ничего страшного. Пойдемте. Ой, ну вы как-то... Искали скамейки, искали. То есть уже у нас... Мы общались с ней, опять же, она расспросила, кто я, где я. Вот здесь в аптеке мы женщины нашли вот этот диванчик, а так большой торговый центр и ни одного места для сидения, ни одной лавочки, ни одного стула. То есть, когда женщине плохо, когда вот, ну, критическая ситуация, то люди все-таки чувствуют свою сопричастность. Я думаю, что на остановке вот там, если бы я упала на снег, то, наверное, меня бы тоже стали поднимать и вызывать скорую. Привет, Катя. Как ваши дела? Как эксперимент? Ну так. Тяжело. Кому все-таки с большей охотой помогают белорусы? Беременным. Ну, конечно. Это психология. Так это хорошо, что хоть беременным. Им не хочется угодить, да? Хоть кому-то. Да. Было бы плохо, если бы, знаешь, тебе не помогали. Но с другой стороны, для тебя это комплимент. Ты сама еще можешь. Все.
все. Сильная женщина все могу сама. Действительно. Да. Ну что, я напомню суть нашего эксперимента. Катя играла роль беременной. Ты просто красивая женщина. Угу. И вам нужно было проверить белорусов на отзывчивость. Что вы только не делали. И сумки тяжелые носили, и в метро провоцировали белорусов, чтобы они вам уступили место. Да, и просили позвонить по телефону, и было вам плохо. Ну что, если суммировать все ваши баллы, побеждает беременная Катя. 3-1 в ее пользу. Ура! Ну так и должно было да. быть. И, конечно, безусловно, приятно, что беременным женщинам помогают, и красивым помогают, но хочется, чтобы помогали не только женщинам, но и мужчинам пусть помогают, красивым и некрасивым тоже, детям, животным, в общем, тем, кому действительно требуется помощь. И я вас благодарю, потому что именно благодаря этому эксперименту, благодаря вам, я надеюсь, мы это поняли. Может быть, наш мир станет чуть-чуть добрее. Чуть-чуть добрее, да, после этой программы. Спасибо. Спасибо. До новых челленджей. До новых. Олег, там с волосами все хорошо у меня? Ты бы мне помогла, скажи? Конечно. В таком положении, да. Я добрый. А я бы, наверное, прошла мимо. Меня? Почему? Ну, ты слишком красивая.